Идем, идем вперед. Вау, какая лестница крутая. Пожарная часть. Вау, мы в пожарной части. Катя, что у нас здесь? Так, развенел звонок, мы должны выдвигаться. Давай желтая, красная. Желтую давай. Да я красная. Ох ты. Ко мне. Нет, знаешь, Катю, давай наоборот. Вау. А то это как тили-тили-тили бомба, твоя разве кошкин дом. Давай. Машина. Давай. Так. Мы отправляемся тушить пожар. Мне хоть кепка нужна? Давай тогда желтую. Мы пойдем тушить пожар? Так, ну что, начинаем? Пар. Да, да. Кать, а дай, пожалуйста, маме каску. Эй, маме каску нужна. Давай маме каску, быстрей. Давай. Вперед, вниз. Давай вместе. На тушение пожара становись. Приключением, душем. Привет. Катя, смотри, сколько огня. Пожар. Пожар. Тяни маму, тяни маму. Давай, 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 Катя, вытягивай маму. Молодец. Молодец. Второй случай. Каждый по одному. Так, говори, последнее. Вы знаете, из-за чего может случиться пожар? Из-за чего? Спички можно дома зажигать? Играться со спичками можно? Ну-ка скажи мне, да или нет? Можно? Нельзя. Нельзя играть со спичками? Конечно, нет, потому что можно. Правило чего? Катя, а что еще нельзя делать? Вот ты на плите все время. Еще что? Что нельзя? Соблюдать что нужно-то? Правильно. Противопожарной безопасность. Молодец. Чем нельзя тебе мама подсказывает еще играться? Нет. Плитой. Микроволновкой. Смотрите, бабочки, не разбейте. Нет, это круто. Вот это дело. Так. Туда оборот. Мам, иди, мам. Иди. Хорошо. Давайте я разрушу его в шаре. Пока. Костер тушить, да? Смотрите, видите эту щель? Если здесь горит красная лампочка, то у нас сейчас пожар. Здесь горит красная лампочка. И сейчас придут. А где наш авто? Сюда, скорее строимся! Кать, побежали! Сюда, 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 быстрее, быстрее! Только на ворот приведи! Кать, давай, авто! Кать, по-другому! Кать, пойдем! Садись! Включаем сирену! Кать, включаем сирену! Девочка, включай сирену! Как сирена звучит? Кать, поедем!
все? Кать, дай пять. Дай пять, Катя, конечно. Еще? Если пожар будет, то потушим. Дай пять.